Всем привет, с вами какой-то чел, и добро пожаловать на первый выпуск дневника разработки игры «Наш жестокий мир». Начать хочу издалека, со времен раскопок, небольшой серии прохождений моих старых кривых игр, которые были частью одной вселенной, которой я все эти годы мечтал подарить новую жизнь в виде перезагрузки. К примеру, помните тот старенький недоделанный симулятор ходьбы с элементами хоррора? Вот он сейчас! Вместе с ссылкой на игру в описании, разумеется. И раз уж речь зашла в описании, буду рад, если вы подпишетесь на канал. Тип, я недавно узнал, что 15% моих зрителей смотрят видео с подпиской. И это шикарный результат! Так держать, ребята! Ладно, давайте вернемся к основной теме. Помните ту мутную короткую почти РПГ о пустошах? Ну, что я могу сказать? Добро пожаловать в наш жестокий мир! Новые герои, новая история, но все тот же проклятый остров ужасающих мутантов. На этот раз главным героем будет агент Д, который был вынужден прилететь на остров, чтобы помочь своей коллеге найти пропавшую ученую и узнать, что случилось на острове. Сам же агент хочет закончить эту миссию как можно быстрее, и у него есть на это свои причины. Ну, а еще у него есть меч, потому что он мужик с мечом. Ученая один, сбежавшая из канона в другой игре, поставила себе цель спасти подругу, и именно эта миссия станет главной проблемой игрока. В бою же она сможет использовать всевозможные химикаты с разными действиями, и это очень поможет. В конце концов, у всех противников есть своя слабость, главное ее найти. В самой же игре все не так ярко. Я только начал заниматься боевой системой, и пока что у меня есть лишь это. Чух, чух, вух, вжух, чух. Жух. На этом я прощаюсь. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.